За последние 5 лет в Якутске разительные перемены пережила сфера транспортного обслуживания населения. Реализовали проект «Теплые автобусные остановки». Рядом с ними появляются светодиодные табло, на которых показывается время приезда маршрутки. Одна из последних новинок – дифференцированная оплата проезда. На фоне этих изменений что-то остается неизменным, в том числе водители. Об одном из них – материал нашего корреспондента Юрия Осипова. Сегодня в Якутске ежедневно на городские маршруты выходит около 500 автобусов. Каждый день они перевозят более 130 тысяч пассажиров. Улучшаем транспортное обслуживание. Это приобретение автобусов. Оснащается новым оборудованием. То есть в скором будущем возможна оплата проезда со смартфона, системой PayPal и обычной банковской картой. Ежегодно обновляется как автопарк маршрутных автобусов, так и состав перевозчиков. Но опытное поколение водителей по-прежнему занимает значительную часть всего состава. Это около 50%. Остальные – это относительно новички. Одним из водителей верных профессий и является Анатолий Батура. Анатолий Николаевич пользуется уважением своих коллег и является примером для подражания. Один из таких у нас дисциплинированных и кому нужно равняться, это вот, да, Батура Анатолий Николаевич. Я сам лично с ним начинал работать с 96 года. Это человек, который сдержанный, то есть это вот пример всем, как бы, на него нужно равняться по большому счету. Постоянно сдержанный, постоянно как бы выполняет все те требования основные, которые требуются. Анатолий Батура за баранкой автомобиля работает более 30 лет, а водителем маршрутного автобуса уже более 20. Я был водителем третьего класса на тот момент. Там уже в перспективе своей работы как бы мне предложили повысить свою квалификацию и направили меня на обучение. Получил первый класс водителя. То есть высшую категорию. Родился Анатолий в Омске, переехал в Якутию в годовалом возрасте и сейчас, прожив здесь более 50 лет, считает Якутию своей родиной. Он начал работать водителем маршрутки, когда в Якутске только зарождалось частное транспортное обслуживание. Ну и администрация попросила население помочь, кто чем сможет, в том плане, что у кого есть какие автобусы, чтобы осуществлять перевозки внутренние в городе. Ну и на тот момент как бы я решил попробовать. Отличительной чертой Анатолия является его спокойствие и сдержанность, отмечаемая всеми. За долгие годы работы у Анатолия не было замечаний. Люди разные бывают. И бывает, что я ненормативная лексика, как говорится. Ну, что я могу сказать? Это, конечно, я работаю с людьми, с пассажирами. Тут и дети, и все остальное. Я же ведь, ну, что я могу сказать? Закончив интервью, Анатолий Николаевич вернулся на свой привычный маршрут, где его ожидают его пассажиры. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.